Чтобы увеличить темпы вакцинации и поспособствовать созданию коллективного иммунитета, в городе проходит второй этап акции «Самара, я привит». Принять участие могут не только жители, получившие оба компонента вакцины, но и те, кто привился однокомпонентным «Спутник Лайт». Иммунизация должна быть проведена в период с 26 июля по 31 августа, поэтому все желающие еще могут успеть побороться за призы. На данный момент, да, когда количество случаев заболеваний сильно растет, то коллективный иммунитет, который можно достичь только вакцинации, да, населения, это, конечно, необходимо. То, что это была придумана акция, это действительно правильный мотиватор для всего населения. В первом этапе акции «Самара, я привит» приняли участие 9500 горожан. Среди них разыграли телевизор, ноутбук, а также смартфоны. Помимо электронной техники, участников второго этапа акции «Самара, я привит» ждут билеты в театр и музеи. Чтобы принять участие в розыгрыше призов, необходимо сделать прививку и зарегистрироваться на сайте samarayaprivit.rf. Победителей акции определят 1 сентября. После этого в течение 2 дней на электронную почту или через СМС придет информация о дате и месте получения приза. Акция проводится при информационной поддержке администрации городского округа Самара. Михаил Ермоленко, Никита Колосов, Григорий Плешаков. События.